чтения, которые стали проводиться по вашему благословению здесь, в симпозиуме. Вот, хотел вам представить начальную часть. Значит, этот дом сохраняет свою функциональность. Вот. Это Сергиев Посад. Это те люди, которые с детства опекали отца Александра. Вот среди них вы увидите много знакомых фотографий. Вот это уже те люди, которые прославлены в Лике Святых. Это владыка Афанасий Сахаров, вот владыка Кирилл Смирнов. И небольшая экспозиция. Вот те вещи отца Александра, в основном служебного характера, которые у нас остались, мы сохранили, бережно их поместили вот в таких шкафах. Здесь мы соединили библиотеку. Здесь у нас библиотека редкой книги и реконструкция вот этого вот кабинета, где сохранены максимальные вещи. Вот. Если вы обратите внимание, владыка, на ту фотографию, которая находится в углу, то вы увидите то, что весь интерьер сохранены, все вещи аутентичны, и вы видите и даже приемник «Рассвет», который мы нашли. Лампа отца Александра, некоторые вещи из дома отца Александра.